В каком месте я нахожусь? На деревне. Земля. Тут вот с мобильного телефона читал новости. Тут есть интернет, есть скорость нормальная интернета. Еще кое-что почитал. Можно прийти и всяких шумов быть на природе, почитать что-то на природе. Где больше леса. Никто не мешает. Хотя я тут всякие звуки. Не просто птички. Какие-то там потрескивания. Шуршание. Меня иногда отвлекали, я оглядывался. Или нет каких волков рядом. Или чего-то собаки. Была собака, пробежавшаяся откуда-то. Так. Такая не очень большая. А тут каждое лето малины растут. Мы тут с детства ходили кушать малины. Ну еще в той стороне там есть линия электропередач, и там по бокам малин много растет. По крайней мере раньше росло, теперь мы же там повырубали. Уже мало малин. Корыто. Вот. Малины. Растет. Вот тут цветы какие-то красивые. О, пчел, шмель. Собирает мед или нектар. Вот тут лес растет. Раньше тут ничего не было. То есть тут раньше была трава, когда я маленький был.
Вот уже за столько лет тут вырос уже почти нормальный лес. Самолеты ставили полоски в небе. Лес растет хорошо. Веточки. Они мягкие, старые иголки, колючие и длинные.
Прием, слышно? 1-1-1-1. Я совсем один. Я живу дома один. Но я приехал ненадолго. Иначе... Можно... половиной шуткой говоря, с ума сойти, если одному это жить. Ну, она 2 дня где-то приехала. Вообще-то, может, и летом больше жизни, чем зимой. Всяких людей больше проходит мимо. Вот тут. Как бы деревня небольшая, но слышно, как машины гудят, дорогам ездят. Дорога где-то за 1,5 километров, хотя другая там дорога поближе, наверное. Ну, так условно, далеко от цивилизации. Поэтому много пространства. Широко. Так как в других деревнях или там населенных пунктов, где дерутся, где уже переносено все. А тут вот еще можно свободно мест сколько хочешь. Как бы земля тут достаточно дешевая. Многие стремятся к городам, чтобы было поближе. И там земля намного дороже. А тут она копейки стоит, если говорить на копейках. Центы стоит. По европейским деньгам, как условно цель. Тут у нас полно земли, я своей, но тут ничего не растет, ничего не сеем, не садим, просто дешевые, пусть будет. Вот, например, вот этот лесик, это уже было поле, тут тоже везде вырос лес. За эти 15 лет или сколько там. Вот растет, мы не присматриваем эту землю. Так. Нет столько сил, чтобы всю ее использовать.
благополучным образом. Вот только фермеры всякие вот используя каким-то посеяли, чем-то засеяли. Вот так жук в деревне. Теперь вроде бы земля как бы начала более цениться в последнее время. И как бы ее уже больше всех, кто хочет покупать вот эту землю тоже, кто живет на деревне, ее не использует. Вот этот фермер ее вроде бы купил и вот чем-то тут засадил. А так людям хватает простой земли, которая у них возле огорода. Нам тоже хватает. А раньше, когда в детстве были, где-то вот тут вот, там столько много земли, там лошадь запахивала, там картошку садили, потом ходили там далеко до этой земли, и там копались, и там садили, копали картошку. Солнце было светлое, но сильное. Работать ночью было приятно. Или ночью там, ну, вечером костер жгли. Там картошку жарили в костре. Еще коровы держали. Теперь уже все меньше людей коров держит вообще. Всяких свиней, животных мало держит. Так как я питаюсь вегетариански, мне тоже не надо. Вот это наше поле. Не надо никаких там свиней держаться, гусей. Раньше козы были, еще держали. Молоко кушали. Но за ними требуется постоянный присмотр, постоянно тут жить. Так как мы постоянно не живем. Это невозможно их держать. Это вроде бы наша земля.
приближаюсь к деревне. Наверное, надо заканчивать. Что-то ну, смущается с камерой, может, других людей.